Привет всем! Я Мария, бизнес-аналитик компании ПАМ Санкт-Петербург. На конференции я хочу представить вашему вниманию доклад, который называется «Игра как эффективный инструмент в работе бизнес-аналитика». Согласитесь, один из софт-скиллов любого аналитика – это умение оставить след, вау-эффект после своей работы. И порой только теории или практических приемов может быть недостаточно. Так что же нам делать? За свои 8 лет практики я пришла к мнению о том, что игра – это наиболее эффективный инструмент в работе бизнес-аналитика за свою результативность, вовлечение клиента и его простоту. В рамках своего доклада я расскажу, как можно применять игры, и покажу это на реальных практических бизнес-кейсах. Если вы никогда не применяли игру, то тем более приходите. Я расскажу, с чего можно начать, дам матрицу для принятия решения, а также расскажу, как подобрать игру под ее контекст. Я буду ждать вас на конференции, которая состоится 21 и 22 мая в Санкт-Петербурге. Приходите, будет интересно. Давайте поиграем!